Посмотри, весь камень одного цвета. А вот это вот нет. И только одна часть, которая похожа то ли на цифру 9, то ли на какой-то знак. Она другого цвета. Мне кажется, что это какая-то морда. Где Данил сидит, внизу, видишь, вот, ага. Видишь, да, вот овал или круг в середине. Да. А вот по краям вот как будто знак такой. Вот он там вот. Это вообще похоже действительно на девятку. Да, вот там смотри, как бы наверху вот видишь такая загогулинка. Ну, потом да, вот это вокруг есть. И вниз загогулинка. Угу. То ли девятка, то ли просто какой-то знак. Не знаю, что это такое. Это нужно получше рассматривать. Ну да, потом искать, сравнивать. Соответствие искать. Да. С каким-то знаком. Чит, папа, что там торчит? Вот очередной берег. Скала, которая сглажена. Как будто вот она сглажена каким-то воздействием термальным. Термическое воздействие какое-то. О, там внизу есть что-то. Слушай, Данил, ты знаешь, ты кем будешь? Ты это будешь? Скалолазом. Да. Не, он будет моей специальной фигуркой, по которой я буду рисовать. Вау. Папа. Где кубики валяются? Ну. Часть стены. Состыковка блоков. Угу. Дальше тоже. Вот еще один камень. На нем странное изображение, которое очень хорошо выделяется, и оно похоже на цифру 9. Что вы думаете по этому поводу? Вот этот камень, показанный в заставке видео, располагается недалеко от входа. Так вот, сначала я не понял, что на нем такое изображено, но потом, когда стал всматриваться, и особенно когда стал все это проверять в графической программе, усилив резкость, контраст, я стал понимать, что здесь изображена прямоугольная печать, причем тут несколько обрамлений, а в середине хорошо видны какие-то буквы. Ну, это уже по части Валерия Алексеевича Чудинова. Лично мое мнение, что это одна из рунических печатей на камне. А сейчас вы увидите еще одну. В общем, мы уже возвращаемся, уже встали, находились, налазились. 20. Сколько? 15-20. А, вот смотри. Ты вот смотри. Ань, вот это что такое, например? Ой, прям прямоугольник. И наверху тоже. Как печать. И гладкий камень, вот эта вся вот эта штука. Это, короче, как-то вот так вот, потом идет линия, и вот здесь вот так. Да, смотри, и овал. Да, возможно и так. Интересно. Тут мы еще не были, хотя это недалеко, можно сказать. Может, найдешь там какие-нибудь печати прямоугольные? Давай, это мы уже дальше идем. Да? Давай, 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 давай. Давай и руку. Интересно тут. Те же места. То же самое место, фото Галины Конышевой. Посмотрите, пожалуйста, хорошо видно прямоугольная печать, а внутри нее руны. Присмотритесь. Руны даже можно рассмотреть. Их хорошо видно. И в негативе тоже. Как я только сейчас заметил, здесь есть еще один ряд. Тоже печать, тоже руны. Так, посмотрим теперь другой интересный знак.
И вообще интересный угол, что там изображено и что там есть. Очень сильно сделали сегодня. Больше 10 000. Это точно. И вот нашли еще один знак. Какой-то как полукруг сверху, еще прочерчен посередине. Ага. Так, опа. А внизу выступает камень. Смотри, вот тут. Вот с чего бы он тут выступает? Как нос. Ага. Стрелка такая, вот смотри. Видишь, вот зачем он тут так сделал? Игра природы? Что же из себя представляет этот символ? Внизу полукруг. Чуть ниже располагается еще один. А в середине наверху мы хорошо видим, что это знак Живы в круге. Это знак богини Живы. Вот что здесь изображено. Еще и солнечный символ, полукруг. Ну а внизу под этим странный такой каменный выступ в углу. Очень похожий на каменный нос большой. Да и вообще этот угол довольно странный. Сомневаюсь, что природа так четко, ровно все делает. Идем, идем. Все. И, конечно же, они тоже все гладкие сверху. Вон прям видно. Сейчас посидим. Споткнулся. Да, я тут. Вернемся в начало и посмотрим на тот же самый камень с печатью рунами. Тут можно заметить некий треугольник посередине. На самом деле тут видна целая надпись. Сейчас вы ее увидите. Считаю, в этом есть смысл. На сладкое я хотел вам показать еще кое-что. Данный камень лежит у берега. И сначала я немножечко не понял и удивился тому, что я вижу. Однако же даже дети подтвердили мои слова. Здесь мы видим число 3, 1 и 0. Наверху какой-то символ типа глаза. Видите? 310. Дальше еще какая-то буква или руна. Друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом все. До свидания. До новых видео.